И всем здорова, ребятки, у микрофона, как всегда, с вами Плей, и я продолжаю проходить моды в бесконечном лете новеллы Everlasting Summer. Вот, так что, конечно же, прожимайте лайкосики, если впервые на канале, подпишитесь на канал, приятного просмотра, аппетита, и погнали. Сегодня я буду проходить мод под названием Гамбит. Надеюсь, он у меня не будет вылетать, и все окей, тут включится. Запускаем тест на эмоциональную стабильность. Агент номер 1348, вы готовы? Да. Вы бывали в тюрьме летом? Лето. Лето. Когда вы не исполняете обязанности, вас держат в коробке? Лето. Лето. Что вы чувствуете, держа за руку того, кого любите? Лето. Он нестабилен. Неважно, он наш лучший агент. Небольшое отклонение не помешает миссии. Ты ведь в курсе, чем она закончилась? Идиот, ты микрофон не выключил. Заканчивается сотрясать. Воздух прогоняет остаток теста. Каково это разительно отличаться от людей? Явственно или чё? Явственно, явственно до жути. Вы жаждете связать с кем-нибудь сердце лета? Видел? Видел. Ты что, не почистил ему кэш? У нас нет времени на эти глупости. Он лучший охотник, где он не терпит влагательств. Он нестабилен. Мы не можем из-за твоей ошибки подвергать систему угрозе. Черт, ладно, проводим ему инструктаж. Проведем. Думаю, такая моя форма тебе попривычнее. Извини за эту музыку, но правила требуют, чтобы тест проводился под нее. Ситуация непростая. В лагере номер 17345942 аномально большое скопление живых людей. Есть подозрение, что они хотят раскачать систему. Мы не можем понять, кто из них живой. Что это? Они повредили нашу систему слежения в этом лагере. Мы обыскиваем другие лагеря на предмет живых людей, а после этого следим за ними. О, твоя цель проста. Выяснить их план, но не увольнять, пока не придет время. А эти люди не так тупы, как мы думали. Их смерти могут никак не повлиять на исполнение плана. Поэтому втерись в их доверие, узнай все, а потом сделай, что должен. Понял. Я рад теперь слушать свою историю с Семеном. Ты быть не можешь, они, судя по всему, пытаются его достать, поэтому тебя рассекает за секунды. Тебя зовут Влад, ты с Урала приехал сюда по путевке. А они не подумают, что новая кукла прибыла сюда не просто так. Нет, они живут здесь столько лет, или даже, правильнее сказать, столетия, и что они уже ничего не удивятся. Подумай, что система просто внедрила новую игрушку, как это было с Самантой, и все. Когда я смогу забрать оружие и спиннер? На данный момент никогда. Официально ты уволен, поэтому мы не можем тебе ничего дать. Ничего, кроме USB наушника для связи с нами. А теперь, Влад, закрой глаза и вспомни Икарус. И я закрыл глаза, вновь погрузившись в темноту. Вокруг не было ничего, только первородная пустота. Звуки пропали. Мгновение оказалось вечностью. Послышался отдаленный шум птиц. Легкий ветерок попадал на кожу, вызывая мурашки. Я снова почувствовал себя живым, насколько это можно сделать компьютерная программа. Что может быть лучше, чем вдыхать свежий воздух? Влад. Черт, ты что, уже вставил мне гарнитуру? Ага, не благодари. Следуй плану, тогда тебе восстановят должности. Сеанс связи был завершен, я решил выходить с автобуса. Скоро придет Славя, я не хочу произвести плохое впечатление. Иначе плану конец. Поднявшись, двинулся к бардачку, надежды найти пачку, лайки, страйк, зажигалку, так как все мои вещи изъяли. Бардачок открылся с характерным звуком. Однако там было то, чего я не ожидал. Вместо заветной пачки курева и зажигалки там была записка. Брать чужие вещи неприлично, но я детектив при исполнении. Мы знаем, что ты первый делом пытаешься найти сигарет. Послушай, не мешай нам ничего. Иначе твои электронные мозги окажутся на полу с любовью твои друзья. Стоп, неужели обитатели лагеря знали заранее о моем прибытии? Почему отдел безопасности решил отправить меня? Я твою мать даже не помню, почему было в стазисе. Как человек без прошлого должен определять будущее?
За всеми этими монологами я не заметил кляксы. Быстро перевернув листок, я видел еще одно письмо, написанное, очевидно, другим человеком. Слушай, я знаю, что ты не такой, каким... Что, неужели все они действительно ждали меня? Тебя... Все тебя... Я не пойму, что написано. Прошу, не забывай свою настоящую причину. Твоя. Во рту пересохло, покрылся испаринами, а сердце бешено колотилось. Что это за слово? Я напряг свои глаза. Семён. Неужели я есть Семён? Нет, я точно знаю, что я агент 1348. Да тебе мозги промыли нахер. Я положил письмо в точно такое же положение. Закрыл бардачок и вздохнул. Очевидно, два исхода. Письмо адресовано мне, или я попал в нужное место, но не в то время. В наушнике раздался голос. Улавливаем сильный живой сигнал в районе автобуса. Как? У вас же трекер не работает. Это сигнал очень силен. Агент 1348, судя по всему, мы скоро потеряем любую связь с этим лагерем. Вы останетесь без оперативной информации и выполните задачу любой ценой. Черт, нужно собраться, тряпка. Выйти на улицу, встретить Славе. Выйдя на свежий воздух, я принялся активно дышать и прогонять ненужные мысли. Даже если я действительно Семён, то я не могу допустить уничтожение системы. Это место мой дом, крепость. Вперед, обязуюсь не поддаваться панике и выполнить свое задание. Ворота отворились. Привет. Так быстро вспомню, что знаю о ней. Примерная пионерка, активная, позитивная, не без греха, однако. А ты кто такой? Не пахнет керосином, слава, ни разу не встречала меня с таким серьезным лицом. А 100% настоящая, значит, придется импровизировать. Привет, я Лад. Немного запоздал к началу смены. Родители только недавно получили путевку отсюда. О, ты тут первый раз? Да, надеюсь, тут будет очень весело. Надеюсь. На вожатый дорогу сам найдешь. Теперь иди, не мешайся. Иду ва-банк. Ждешь кого-то? Можно и так сказать. Ладно, не буду мешать. Выпоркнув за ворота, я отвязался от этой чертовой славы и ее прожигающего взгляда. А вот и клубы однажды тут устранял одной неисправного шурика, сколько же там было крови. Да и это было дело было проще плевого. Если бы меня не забрали мой тренч с бронепластинами и 44-й калибр, все просто, играть по правилам девочка уж это умею. Ну и вообще-то без учета последней миссии 56 5678 целей. Было несколько и продвинутых моделей. Из них даже кровь текла. А вот что касается последнего контракта. Повтори. Утилизировать цель, в диалог не вступать. Отлично, запомни, все эти новые модели дефектны. Несут какую-то околесицу. Реальность третья. У меня громкими ударами сердца, помутненным рассудком и соприкосновением с бетонной дорожкой. Я пытался понять, но все попытки были тщетны. Похоже, я вспомнил не то, что нужно. Голоса звучали где-то рядом. Ой, нужно отнести его к Виоле. Приятная мелодия играла где-то на фоне. Я пытаюсь скрыть глаза, но мышцы будто не подаются. Наш отырь! Ты ж пионер с корабля на бал, да? А это Виола, роковая соблазнительница. Буду импровизировать, а дальше же как пойдет. Я знаю, чтобы вырубить, потребуется два удара в область черепа. Красивая мелодия, зачем выключили? Музыка мешает разговору. Как же тебя зовут? Мне же надо на тебя медкарту завести. Влад. Очень хорошо, агент 1348. Что? Не думал же ты, что ты будешь один выполнять такую важную задачу. И сколько еще таких помощников в лагере? Это еще один, но я не могу тебе о нем рассказать. Конспирация, все дела. Что случилось на последнем задании? Вилла замолчал, будто подбирая слова. Не важно, что было впро... Не смей мне затирать эту чушь, я знаю, что должен был убить андроида нового поколения. Хватит. Заткнись, слушай историю своего провала. Тебя отправили как лучшего охотника, мы высадили живого человека. Что? Нет, нет. Неужели она есть моя цель? Опять свои голубоволосые дури вспомнил. Все шло хорошо, ты внедрился в массовку лагеря, сблизился с жертвой, но твой датчик начал ворохлить. Таким образом, мы ничего не знаем о том, как закончилась ночь четвертого дня в лагере, ведь датчик совершенно не работал. Послать кого-нибудь из наблюдательной команды возможности не было, это могло спугнуть цель, а наушник ты выкинул.
А вот утром пятого дня трекер вновь заработал. Команда очистки утилизировала лагерь. Девушка пропала, а тебя нашли неподалеку от мус-клуба без снаряжения. Картинка начала проясняться. Сема, болван, ты же умрешь. Что по-твоему лучше, быть стертым системой или дать шанс людям выбраться? Никуда ранее, злившись из-за моего поступка, прильнула ко мне и сильно расстроилась. Ну почему себя начать так мимолетно? На то оно и есть. Ты же больше не вернешься после телепортации. Здравый смысл говорит, что нет, сердце говорит обратное. Мику плотно обняла меня, и я твердо решил, что пути назад нет. Умереть человеком — вот моя цель. Отправлять тебя было худшим решением. Вел что-то кричал, а я и не слушал. Я вспомнил мое настоящее имя, но перешел Рубиком. Когда еще можно вернуться назад, исправить ситуацию, выполнить задание? Ты ничтожество, заткнись уже, блядь, хлебальник, заткни. Виола была на пределе и сократила дистанцию удара. Она пыталась ударить мне ладонью в барабанную перепонку. Перехватил ладонь. Не под тем углом бьет Виола, это все равно, вот так надо. Виола упала на колени, держась за ухо. Я прав, да, убивал живых людей под видом продвинутых моделей. Да, сукин ты сын. Вел пыталась подняться на удар правой ноги, остановил ее. Она откорхнула кровь и упала на пол. Ха-ха-ха, чё смешного. Я умру и потом перережусь в новом теле. Ты же их обречен на поражение. Чужой среди своих, чужой среди врагов. Ты забыл, что тут нет связи. Твое сознание не может попасть на сервер. Нет. Сестра подпинила последнюю пытку подняться. Но удар в горло не дал ей завершить начатое. Асфиксия у нас 10 секунд, виолетированная пора, я говорю, уже 5. Отвернулся от тебя и начал шарить по ящикам. Ничего. Черт. А там есть кто-нибудь, что за шум? Можно было притаиться, вдруг понесет, но я не могу ждать. Я убежал к еще к теплой Виоле. Сиреный кот, вот же он. Если что-то там кто-то что-то шебуршится. Алиса, это голос. Я узнаю из тысячи, такой мелодичный, одновременно грубый. Ага, нашел вот на плече агент 456. Ранняя модель. А Виола уже не молода. Я решил крикнуть Алисе чудный вопрос. Алиса, где Мик? А ты кто? Я взял ключи и ставил их в замочную скважину. Слава, если тут есть еще живой человек, то он в опасности. Немое выражение ужаса проскочило на лице. Почему я должна тебе говорить об этом? Откуда ты знаешь на программу? Ты не похож на человека. Разговор мешался, также же испуганная Алиса. Слава, нам ведь про него Мику рассказывала. Мику, она тут? Не знаю, почему я тебе доверяю, но Мику сейчас у тебя в клубе вместе с Леной. Не нужно ты, что будешь принять такую важную задачу. И сколько еще таких помощников в лагере? Еще один, но я не могу тебе о нем рассказать. Это конспирация, все дела. А с чего ты решил Мику в опасности? Я обратился между девочками и побежал. Все мои мысли были поглощены Мику. Я вспомнил ее имя, моя память начала вкладывать все в единую картину. Но предаваться воспоминаниям нельзя. На кону ее жизни, а значит шанс уничтожить систему. Стоп, черт, я же уже убил кого-то из настоящих людей. Я помню, как Шурик, корчась, держась за дыру в боку, говорил что-то об уничтожении системы, но я его не слушал. Неужели я уже заранее сделал революцию невозможной? Я был на финишной прямой. На веранде маячили две фигуры Мику и Лена. Я буквально мчался. Так, придется импровизировать. Лена находится очень близко к Мику, чтобы позволить ей свернуть шею. У него в голове крутилась только одна идея. Семен. Сделал максимально серьезный гримас, оставил все чаще позади. Панель пропал. Агент, немедленно оставить попытку убийства. Почему? Разве это не наша цель? Да, о чем вы говорите? Я подошел к Мику и толкнул ее в сторону. Семочка, что с тобой? Я уже почти ударил ее по хребту. Планы меняются. А, ты вновь вышел из-под контроля. Конечно, тебе ведь провали мозги после каждой неудачи. Ты ни черта не помнишь. А кто подчищал за тобой свидетелей? А кто выполнял твои задания? Да ты вновь распускал нюни. Ты не достоин первого серийного номера. Что? Неужели ты думал, что ты живой? Он живой. Нет, Мику, похоже, действительно пал жертвой иллюзии. Агент раз 48, ты всего лишь часть системы, маленький винтик. Неисправная программа, программа не может любить чувствовать. А все, что вы там все надумали, ошибка, Глюк. Ты уже несколько раз был в подобном состоянии, когда только и мог наматывать сопли на кулак. Ты ошибка, которую необходимо устранить. А теперь отойди, дай выполнить за тебя задание вновь. Нет. Проиграю сейчас, дам этому чудовищу убить всех.
Если драка неизбежна, бей первым. Удар был направлен в сторону солнечного сплетения, он был, но был спарирован легким движением ладони. Девушек бить нехорошо, ай-яй. Посторонись. Мико буквально влетел в Лену, и они обе упали. А я быстро припал к земле и начал бить по лицу Лены. Зачем? Ты отнимаешь надежду? Надежда — это то, что нужно каждому из нас. Надежда в том, что мы живы и способны любить мысли все программы. Х, вы уже завались. Мико смотрел на меня пристально, будто не верил в мое существование. Лицо Лены умиротворенно, несмотря на ее дикую смерть. В легких не осталось воздуха, я пал на землю и начал жадно выдыхать кислород. Мико, ты помнишь нашу первую встречу? Извини, Семен. Извини за что. Пустота в душе, пустота вокруг. Неужели Мико была врагом? А не Лена, но Лена ведь дышит. Мик, что ты делаешь? Молчать. Никаких посторонних звуков, только голос. Начинайте. Голос Мико буквально срывался на крик. 15, 45, 61, 74, 98, 115. Враг эмоциональной стабильности. Вы бывали в тюрьме лето? Лето. Когда вы не исполняете обязанности, вас держат в коробке лето. Лето. Так, друзья, на этой жести я предлагаю закончить. Да блин, почему? Все. Я сохраняюсь, друзья. Да, я переписываю сохранение. Все, с вами был Сёмаплей, друзья. Проходил я мод под названием Гамбит. Не знаю, почему там написано старый друг. Глава, наверное, так называется. Вот. Всем спасибо за просмотр. Прожимай лайкосик, конечно. Если впервые на канале, подпишись на мой канал. Вот. Всем удачи и всем пока-пока. До следующей серии. Всем пока-пока.